Мой затих у взорванного моста, ГСН растаяла во мгле, зампады не терпящие удобства умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода застывает на его губах, звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет, и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз, скажет: много резал бледнолицых, русских буду резать в первый раз. А в России расцвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. А там действительно остановка дорни. Кто там проезжал?